Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня мы с вами поговорим о нескольких новинках каталога номер 2 2017 года от компании Фаберлик. Во-первых, мне в разделе промо-акции была доступна такая вот каталог продуктов для хорошего самочувствия. Артикул у него идет 90-401. Очень интересный каталог, про него тут все написано, что такое, допустим, пропионика, да, страничек у него реально много, да, тут все написано, как вот работает, допустим, концентрат магнетик, какие есть витаминки в нем, да, очень подробно описано, как работает концентрат напитка ювенол, да, мы его добавляем вне в кипяток и так далее. Тут идут витамины, минералы. Дальше идет, что такое гиполайт, как он нашей печени помогает, способствует выведению токсинов, желчегонный эффект ощущает профилактику аллергических заболеваний, извините, да, то есть, ну, мы его пили, это такое, как жидкое повидло на вкус, очень интересно, да, то есть, как работает грейпфрут комплекс, да, вот все есть, про все можно почитать, как работает мастоп, да, то есть, как работает цистоп, как работает черника, как работает комплекс боярышник. То есть очень даже, конечно, хорошо. Как работает омега, Q10. Вот очень хорошая такая книжечка. Бальзамы с солодкой чабрицем. Бальзам номер 3 с эхиноцеей. Бальзам номер 2 с крапивой зверобоем. Вот тут есть шиповником с чередой. Чаи, что они делают, да, номер 47 чай, номер 45 чай. Дальше идет бифилак актив, очень такая хорошая аннотация, классная, да, то есть, ну, вот этот каталог, я думаю, вы его и можете и онлайн посмотреть, и вот так сесть почитать кому-то, да, что делают наши какао, кофе, да, что делают наши коктейли на молочной сыворотке, вечерние коктейли, да, вот я очень люблю, кстати, вот эти вот вечерние коктейли, они мне очень нравятся, оказывается, он идет, успокаивает, обладает седативным действием, сокращает выработку стрессовых гормонов, шишки, содержат калий, кальций, цинк, марганец, медь, йод, бор, алюминий, витамин С, В2, В3, В6, ИПП, желчный пигмент, флавоновиды, смолы, эфирные масла, танин, холин и красящее вещество, дубильную кислоту и гликозиды, воск и валериановую кислоту. Да, вот почему мы его любим вечером пить, оказывается. Да, вот такие вот всякие разные аннотации, очень даже подробные, очень даже классные. Я обязательно посижу, почитаю. Мне этот каталог очень понравился. Тут есть подробно о всех супах, о системах управления весом. Вот я недавно заказывала ризотто с овощами. Классные такие легонькие, белого цвета хлопья. Да, то есть я заказывала кашу кукурузную, к сожалению, кстати, я не заказывала, почему-то не пробовала. Гречневые тоже я не пробовала. А вот я заказывала кашельняную, вот груша мед, любимая каша моего мужа. А шоколад ваниль, любимая каша моей дочери. То есть, да, также идут всякие разные коктейли белковые, да, их у нас часто заказывают спортсмены, им очень нравится. Есть полностью действие Фитекса, Итлеса, да, как Итлес уменьшает аппетит, как Фитекс снижает отечность и эффективно выводит из организма шлаки, соли, улучшает сжигание углеводов, противодействует застою желчи в желчном пузыре, способствует нормализации микрофлоры кишечника и подавлению роста патогенных бактерий. Вот, поэтому, да, очистка организма от шлаков и токсина. Даже после отравления этот пьют вместо эргидрона, этот Фитекс, который, да, в аптеке продается. Вот. Также полностью описаны все системы управления весом. Вот. И, конечно, все просто здорово и классно. Да? То есть это каталог продуктов для хорошего самочувствия. Первое, что бы мне вам хотелось показать, это такой вот кулончик Амора. Размер, это длина цепочки 46 сантиметров, длина дополнительной цепочки 5 сантиметров. Вот.
Материал сплав недрагоценных металлов, а кулон идет 25 миллиметров на 25 миллиметров. Артикул 98-85. Вот такая вот красота. Так вот он выглядит изнутри. Так вот он выглядит снаружи. Да, очень красивая такая вещичка. Так вот выглядит цепочка. Да, и вот дополнительная цепочка, как выглядит. Он идет на такой вот застежечке. Да, обычная такая застежечка. Мы ее расстегиваем и носим с удовольствием. Такую вот красоту. Он идет на бок. Да, как вы видите, то есть сбоку. Очень даже красивая штучка, мне очень понравилась. Следующее, что мы заказали, это решили сделать добро. Во-первых, племяннице очень нравятся такие кулончики. Да, тоже есть длина дополнительной цепочки. Сам кулончик вот такой вот. Лапка собачки. Да, сзади вот он, давайте, вот так вот выглядит. Вот, это идет помощь в кинологический центр уже, да, все мы с вами знаем, что компания Faberlic сотрудничает с центром для деток с ограниченными возможностями, воспитывает собак-кинологов, и покупая вот такие вещи, мы с вами делаем добро и делаем вклад в развитие собачек-кинологов, которые помогают деткам, лишенных от рождения зрения. Итак, артикул 97-85. За это дается 0 баллов. Кулон сердца с лапкой. Размер, длина цепочки 50 см. Длина дополнительной цепочки 8 см. Подвеска сердца 2 на 2 см. Материал акрил. Сплав недрагоценных металлов. Да, вот такая вот красота. Делаем с вами добро. Далее, значит, еще одно добро. Это то же самое. Вот такая вот штучка. Да, тут лапочка со стразиками, да. Очень даже симпатичная. Маленькая такая, аккуратненькая, сердечко. Да, это у нас с вами идет кулон сердце и косточка. Артикул идет 97-89, размер, длина цепочки 50 сантиметров, длина дополнительной цепочки 8,5 сантиметров, подвеска сердца идет 1 на 1,2 сантиметра, косточка и 2,1 на 0,4 сантиметра, это уже идет сердечко. Вот такая вот красотища, да? Вот, помогаем и носим с удовольствием. Ну, это, конечно, я отдам своим племянницам. Своим племянницам, дорогим, любимым. У меня их две, обе умницы, красавицы. Также в каждой бумажке есть аннотация. Да, обратите внимание, очень даже подробная. Давайте сфокусируем. Вот как пользоваться, инструкция. Также мы заказали такой вот брелочек симпатичный. Конечно же, племянница сразу его захотела. 98-88. У него артикул, там идет сплав недрагоценных металлов, длина изделия 13,5 сантиметров, назначение аксессуар, материал сплав недрагоценных металлов, пластик, искусственная кожа. Итак, давайте с вами посмотрим, вот так вот он выглядит, да, то есть вот тут вот кольцо, которое мы можем присоединить, да, все, вот видите колечко. Далее идет вот такое вот колечко. То есть оно может прицепляться куда-то, да, еще. Потом идет колбовка. Она идет пластмассовая кисточка, да, кожа. И дальше вот это оборотная сторона сердечка. А это внешняя красивая. То есть мы с вами можем его как брелок для ключей использовать, так же, как и аксессуар прицеплять к сумочке. Да, тоже вещь очень классная. Да, 98-88 артикул. Давайте с вами, да, вот, пожалуйста, аннотация вся. Тоже здорово, тоже классно. Также мы заказали собачку. Собачка тоже, как вы видите, классная. Такая большая, хорошая игрушечка, добротная. Да, тут вот тоже есть помощь центру. Да, это можно смывать. Да, то есть вот... Пожалуйста, тут тоже есть такая вот аннотация, да, что с ней делать, что она идет 3+, ну, мягкие игрушки всегда идут 3+, тут у нас идет язычочек, глазки, пуговки вшитые, носик, такой, как кожаный, да, видите, такой вот кожаный носик,
ушки. Все прошито очень хорошо, качественно. Мне это очень понравилось. Бывают, знаете, всякие кривые, косые игрушки. Нет, это хорошо очень прошито. Это у нас идет артикул 9784. Мягкая игрушка собака. Размер 23 на 13,5 на 12 сантиметров. Материал полиэстер и пластик. Сделано в Китае. Дата изготовления. Ну, тут вся аннотация, в принципе, есть. Да, вот смотрите, давайте я. Вот. То есть вот такая вот красота. Дальше, что бы мне вам хотелось показать, это подушки. Подушки у нас с вами идут разные, да, такая вот, да, то есть они маленькие подушечки, очень даже мягкие, я бы так сказала, да. Декоративные подушечки, они идут, первая это подушка декорированное сердце. Подушка декорированное сердце, артикул 9781, размер 30 на 30. Чехол идет ЧБ, наполнитель полиэфирное волокно. Да, вот такая вот аннотация к такой вот симпатичной подушечке. Да, тут смотрите, как все тоже качественно, хорошо прошито. Мне очень понравилось. Да, ну пусть ребенок играет, в свой домик унесет. Далее вот такая вот подушечка. Это тоже декор. Да, обратите внимание, как хорошо тут. Это рисунок сверху наложен. Да, что-то. Сзади просто беленькая. Да. Тут логотипчик Фаберлик на обеих подушечках. А вторая подушечка, это называется «Золотые сердца». Размер 30 на 30. Материал чехол ХБ. Наполнитель полиэфирное волокно. Все то же самое. Артикул 9782. Очень симпатичные подушечки. Их можно дарить. Их можно что-то, да, в виде декора куда-то ставить. Здорово, классно, великолепно. Мне очень понравилось. Следующее, что я вам хочу показать, это водичка «Джентльмен». Мужская. Она идет, на мой взгляд, мужчинам за 30 уже, да, более такого зрелого возраста, потому что вода на самом деле классная, загадочная, симпатичная, но она идет с таким свежим, сладковатым подтоном идет, да, что-то, вот я почувствовала почему-то немножечко какую-то смородину, может, у меня нос неправильный, потому что в описании ее не было как раз-таки, она мне, да, такая вот красивая упаковочка. Аромат приятный. Я одну водичку, я брала 1 плюс 1 равно 3. То есть одна мне досталась в подарок. И я одну сразу же увезла водичку свекру. Она идет 55 миллилитров. Парфюмерная. Артикул 3224. Да, то есть это разработано и изготовлено во Франции. И эксклюзивно для Фаберлик. Да, вот такая вот красота. Джентльмен водичка. Вот. Ну, я вам хочу сказать, что аромат классный, но муж сказал, что это для более взрослых мужчин. Да, на самом деле вода нам понравилась. Вода нам понравилась, и отцу у моего мужа тоже водичка это очень понравилось. Я не прогадала, заказав 3 упаковочки. На самом деле шикарный такой, достойный, приятный аромат для зрелых мужчин. Вот, сладковатый, да, то есть он такой богатый, сладковатый, у него несколько подтонов. И обратите внимание, что это парфюмерная вода, не туалетная, она стойко держится хорошо. Следующее, что я заказала, это артикул 7738, набор из 5 ручек с логотипом Фаберлик. Очень мне хотелось такие ручки, да, вот Фаберлик Fashion, да, логотипчик. То есть они идут на простой кнопочке. Да, и такой довольно-таки добротный, толстый у них стержень. И такой вот у них как бы нежный-нежный цвет. Да, приятно пишут, мягко, хорошо. Вот, и еще что я заказала, это 10 таких вот тушей. Я их заказала в подарок к 8 марта. Шикарная просто вещь. А почему я заказала так много? Потому что, покрасившись ей один раз, мне она очень понравилась. Я дала покраситься знакомым девчонкам. Им она тоже очень-очень понравилась. Это ухаживающая тушь, которая стимулирует рост ресниц. Во-первых, ресницы получаются очень пышные, классные, хорошо удлиненные. Ее можно наносить в несколько слоев. И поверьте мне, что это просто безумно классная вещь. И я ее заказала на подарки к 8 марта, потому что классный дизайн.
Мне очень понравился именно дизайн. Да, тут, конечно, есть у нее аннотация, скорее всего, спрятана под наклеечкой. Срок годности 3 года. Номинальный объем 13 миллилитров. Вот такая вот очень хорошая, красивая водичка. Классная, просто не водичка, а тушь. Да, мне она очень понравилась, очень хорошо легла на ресницы, делает их пушистыми. Можно наносить несколько слоев, она не образует комочков. Здорово, классно, великолепно. Самая лучшая, наверное, из последних тушей. Конечно, моя любимая тушь — это артикул 5599. Но вот эта тушь реально тоже достойная и ничуть не хуже туши 5599. Это 5327. Итак, это были новинки от компании Faberlic, каталога 2017. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро будут новинки каталога 3 2017. Только что их получила. Спасибо за внимание.